Так, тут все. Аллилуйя, еще один проход за 4. Есть, так. Добрый вечер. Хай-хай. Это я это видел. Так, нам такие зелья нафиг не нужны. Толку с них никакого. Рад видеть тебя. Что там? Канун разрушения? Запомни следующее. Однажды Баал вселился в Талараша, одного из самых могущественных людей в древнем Харадрине. Ага. Твои сражения с Мефистофелем и Дьябло просто поблекнут в сравнении с битвой против Баала. Владыка разрушения питается знаниями Талараша. Сама гора задрожит, когда ты столкнешься с ним в поединке. Знаешь, вот тебе надо поработать над мотивационными, да, так сказать. Твоя отвага привела тебя в легендарное место. Тебе не терпится сразиться со злом, которое никто даже не может себе вообразить. Осторожно, да пребудет с тобой всегда свет. А когда все это зло вас атаковало, вы что, спали, что ли, все дружно? Или что там, один монах какой-то вышел? Хай-хай. Баал мешает Тираэлю войти в покои камня мира. Что, дверь подпер с другой стороны? Это на самом деле превратилось в битву против ада. Божья ли на то воля или нет, но теперь это твоя битва, твоя судьба. А пафоса-то пафоса, прям так и прет пафосом со всех сторон. Может, обмазали пафосом. Добрый просто. Вечер. Я простой оружейник. Да ну. Но я знаю, что Баал собирается разрушить мир с помощью секретов, таящихся в этой горе. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что его надо остановить. А раствором не судьба была залить нахрен проход туда, к чертовой бабушке? Говно, хрень... Так себе, ни о чем, туда же. Сейчас посмотрим. Так, хрень. Фу-фу, хе-хе. Так, титул. Тигулатовая, тигула, я думаю, титулованная тигула, как кольчуга. Скорость атаки повышает, но это толку мало. 15 к ловкости, 35. Да, если б дырки были еще, хрен с ним. А так... No. No. Тут у меня уже понавставлено всякого разного. А так, в целом, конечно, да, оно получше будет. Потому что если убрать камни, восстановление маны и здоровья, и убрать, собственно говоря, камень, то так эта штука даже поинтереснее будет. Стоп, а что тут что? 308, 400. Скорость атаки, шанс открытых ран, защита 219. Ловкость повышает. Ну, ловкость-то у нее не основной, вроде бы. Защита от холода, от яда. Я найду этому хорошее применение. 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 Давайте так попробуем. Для разнообразия. Так, что у нас там по камушкам? Ну, отлично. Нам же 4 только надо, да? Так что это продаем. Так, и с Малахой надо тоже потрындить. Че она мне скажет? Чувак, ты, по-моему, симулируешь. И сколько тут бегают, и все лежишь. Мы знали, что все в конечном итоге приведет к этому. Убей Баала. Закончи игру. А, закончишь, я кажу. Там еще одну сложность есть. Нашу игру при всем желании. Цай-цай. Вот, скотч, молодец.
Слушайте, ну-ка. Давайте слушайте эту позвучку, послушайте. Незамороженных горящих. Так, что у нас тут? Гори, гори, ясно. Что бы не погасло? А кто в нас какус кастовал? Ты? Все-таки жалко, что нет прям... напрямую ядовитый. Кстати, вот это вот меня даже удивляет немножко. Почему нет чистый ядовитых стрел? Это странно даже. То есть огненные есть, холодные есть, а ядовитых почему? Почему молниеносных нет? Вот так. Фальката. Фальката. Получим. Прародитель плоти. Прародитель плоти. Держись, сейчас мы с херофантиком разберемся и будем тебе помогать, чтобы он не лечил тут своих ненаглядных. Да замерзли ты и сгори, блядь. Главное с повелителем вампиров разобраться. Уж больно ненадоедливо. Лечит? Лечит. К сожалению, лечит. Кстати, вот это вот 19 минут по восстановлению маны и так далее, как выяснилось, полная шляпа, да? Не маны, а здоровье. Thank you.
сваливайся, сваливайся, ну. С одним херовым фантиком разобрались. Я это не может не радовать. Вообще так-то я в поразителе плоти. А, поцелуй. Выйти вампир, пожалуйста. Валь, держись. И тут периодически очень качественно пробивает. Понятно, кто, но пробивает. Пробивает очень хорошо. Но пока что она держится. Ой, сколько ж вас там, а? Она не нужна-то. Всем нужна мана. Идти, их там трое или четверо. Ну да. Собственно. Я не могу нести больше. По две твари. Если брать. Да вы заколебете, блин, там еще эти мелкие ползут. Хиллеров валить надо первым. Да иди отсюда, а ты, блин, фанатик тупорылый. Что тут делаешь вообще, блин? Хиллеров надо валить первыми. Всегда. Хоть это не всегда получается. Экс. Добрый день. Фигня. Фигня. Угу. Угу. Нет, давайте деньги сдадим все-таки. 121 тысяч. Неплохо так притаранили. Боевая печка. Великая коруна. Так, ну что, еще один коридорчик остался. Ёка ломана. Да уж, это всего лишь первый уровень. Я и Баал. А может тут тупичок такой маленький, а? Пожалуйста. Пусть
что это будет маленький тупичишка. А ну, пожалуйста, ну что вам стоит? Ну, хотя бы пусть этих вай-ваев не будет. Вай-вай, блин. Настолько не противная. Да? Если бы она еще так яростно не промахивалась, ну, вообще бы цена не было. Скорч немножко покидайте своим дерьмом. А то реально надоели уже. Ну все, тут ведь нет прохода никуда даль. Аллилуйя. Я уж испугался, что тут еще один такой ответвленец. Но нет. Слава богу, местные варвары были небольшие любители копать. Видать, все силы на них Лотака ушли. Да представляете, если бы тут такая же локация, как у них Лотака была. Ох, блин. Я думаю, создатели пятого эпизода прокляли бы вообще все. Просто. Я думаю, так многие бомбили по поводу тупизны этих древних охранничков, блин. Спасибо. Отличные ребята. Великое порождение ада. А бал тогда кто? Не очень великое. Так, тупик, хорошо. Тупик, хорошо. А, там скелет. С этим с ядом. Я думаю, что подсветка такая странная, зеленая. Вон что. Магия ужаса. Я не могу нести больше. А чё не хохочем? Где это твоя великая уахаха, муахахахаха, после которого начинаются проблемы? Давайте сюда попробуем. Здрасте. Ой, это босс. Ну как босс? Телепортация проклинающий. Ну... Проклинающий согласен, но вот насчет телепортации. Ему лучше каменная кожа или там сверхскорость, хотя сверхскорость тоже достаточно условная штука. Сверхскорость тоже нужна далеко не всем. Я перегружена. Так. Дайте сюда. Эй, Валь, ты далеко, блин, дура! Хоть тебя понесло! И уходит, и уходит, и уходит, и уходит, и уходит, и уходит. Так бы ушла, блин. Я не могу нести. Да
добрый вечер. Так, тут ничего. Привет. Так. Добрый вечер. Ну, как обычно. Это вообще печально. Плакать хочется. Че я там принес? Да. Это мне, видать, за прошлое. 120 тысяч компьютер мстит. Пойдем, тише. Боевой молот нам не нужен. А это кто? А! Эти летающие призраки. Неприятно, черная душа. Ты ж батюшки. А чё чёрная? По-моему, вполне себе синяя. Конечно, она чёрная. Чё ж вы тут обманываете-то? Уж цветокоррекцию не можно было сделать, хотя чёрную душу хрен заметишь, наверное. Про цвет, естественно. Ай! Шараш такая штука в путь. Хренами-то сильно копье хутанут. Достали, блин, а? А вон там где. Хорош. Скрипеть ты, ну. Нет, я по рождению. Манный отрыв охотника. Травается не по-детски, да? Я перегружена. Да. Вот это и гаденыш, который нам все гадил и гадил, и гадил, и гадил издалека. Угу. Из плюсов портал сразу не нашли. Ты специально что, знаешь? Хочешь пописить отошел или что? А вот шахтный заклинание крутой. Череп. Телепортация. Несколько выстрелов. Вот несколько выстрелов — это тема. Ну, естественно, для стрелков. Так во время боя подошел. Буль-буль-буль-буль-буль. Я перегружена. Быстренько так.
Я не могу нести больше. Ой, какой далекий проход. Ага, ясно, тут нас. Держись, сжимает твари. Не, ну кухап мы точно сейчас не прихватим. Так, тут у нас либо портал, либо переход. По-моему, переход, да? Черт, тут переход. А должен был быть портал. Я не могу. А в топку твои стрелы, блин. Лечи, не надо. Ладно, хрен ты с ним. Добрый вечер. Добрый. Бобрый вечер. Бобрый вечер. Твоим услугам. Фигня. Так, череп. Череп, ну, по-моему, подожди, это просто череп. Хотя, так, медленная скорость, бла-бла-бла. Хорошая, ребят, это хорошая штука. Сейчас, погодь-ка. Да. Так. Чьи безупречные? Тут безупречные, да? Блин. Тогда зря выкупал. Что-то мне показалось, что у меня тут есть. Казалось, что тут есть. Но тут нет. Ладно, только безупречные. Если хотя бы один череп был, ладно, фиг с ним. Ну, ничего страшного. Ой, что это хватануло? Пошло вон отсюда. Так, значит, телепорт в самом-самом дальнем, да, углу. Следующим. Принцесса в другом замке, да? Ай! У одних, блин, слишком свежее дыхание, у других, наоборот, руки не мытые. Вон наборчик, а. Ай! Но одни дышат льдом, другие из рук яд выпускают. Черт знает что. Так, а вот, собственно, и портал, да? Портал, по-моему, никто не должен охранять обычно. Хорошо. Ладно. Конечно, опять портал очень неудачно расположен. Он близко к ко входу и далеко от выхода. Это, блин, это реально неправильно. Что за бред? Он должен быть, наоборот, близко к выходу. Ну, то есть, вход вообще не должен играть никакой роли. Замрите, ребят. Я перегружена. Да ну. Я тебе не верю. Блин, это же две эфирные вещи опять. Ну ладно, возьмем. О, отлично. Слава богу, тут не было никакого ответвления. Ну, пофли дальше. Просто смогу ли я развалить Баала на Плауэр 8? Или не смогу? Хрен знает, попробуем. Если получится, получится, не получится. Ну, что ж теперь. Нет, так нет, как говорится. Тише. Сопливое крыло ведьмы. Воу-в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 оу. Это я сильно был сейчас неправ.
Опять эти, блин, перекачанные твари, а. О, блин, да ну чё, теперь они так и будут, что ли, там стоять? Чёрт. Я очень сильно был неправ. Добрый день. Очень-очень сильно неправильно поступил. Не надо было уходить ни в коем случае. Добрый день. Добрый день. Попробуем со Скорчем туда зайти. Ну, блин, они теперь будут стоять около выхода и просто контроль. Ну, сейчас... Добрый день. Единственный вариант это... Фигня. Попытаться все-таки зайти и начать шманять чисто ледяными стрелами, как вариант. Так, слушайте, а как работает приманка? Я что-то не понимаю. Так, приманка, которая отвлекает огонь врага. Жизнь 30%. Хм. То есть должна теоретически работать. А она не работает. Почему они не мерзнут? Во-во. Да здравствуй, здравствуй. Странно, они не замораживались. Я что-то не обратил на это внимание, что они не замораживались. Какого-то специального перка у них нету. И вот с этой жуткой геморройной команды не выпадает ни хрена. Здоровая такая, красивая, ни хрена. Ребят, настолько офигенно, что... А, да ладно, я что, сразу переход, что ли, нашел? Твою в корень. Вы серьезно? Назло всем спидранерам. Как говорится. Но иногда вот этот мой навык нахождения, ну, допусти ты, господи. Нахождение этих вот переходов, он просто запредельный. Как ты постоянно разыскиваешь все с первого раза. Фига себе. Еще один уровень. Это хорошо. Еще один уровень, это всегда хорошо. Че качаем? Валькирию? Или все-таки луки с арбалетами? Черт его знает. Копье качать смысла сейчас нету. Валькирию качать тоже, конечно. Это фигня уже. По 2% добавлять даже не смешно. Давайте луки с арбалетами. Че, огонь или холд? Нам все-таки огонь. Угу. Все-таки. Да, вот так вот. Ну и здесь. Раз, два, три, четыре. Так. Пойдемте. Что-то бал какой-то сегодня хороший. Мешает. Тошнотворный осквернитель.
А подумать, остальные это все такие симпатичные, симпатичные. Да. Но за исключением пока что самого первого пака, который тут на нас налетел, красивый такой, загрыз нас, чуть не загрыз, точнее. Пока что этот этаж прям приятен до невозможности. Будем читать. Чуть мне смс-ка проскакала, что ли? Нет. Может, вы слышали, не слышали этот звук? Мадам, куда? Чё ты мне кинул, придурок? Отвали, козёл! Владыка смерти. Кусок говна, ты не владыка смерти. Да ладно, чемпионы. Забавно. Next. Вы чемпион. А, это опять чемпион, то же самое.